это мой первый завтрак в Барселоне. Гостиница очень маленькая, номера очень маленькие, все очень маленькое, все очень крохотное. Но я нашел место вот на таком балконе, где они умудрились поставить несколько столиков. Ширина балкона не более 60-70 сантиметров. Но он выходит на одну из красивейших улиц, очень популярную улицу, как выясняется, Рамбла. Одна из центральных улиц. Середина улицы сделана пешеходной, а по краям, по левой и по правой стороне, ездят машины и снуют бесконечные просто туристы с чемоданами, чтобы было понятно, где я нахожусь. Сейчас такой обзорный кадр один. Это балкон, с которого, балкон гостиницы, в которой я живу. А это сама улица Рамбла, одна из центральных улиц. Мне сказали, что здесь самые дорогие магазины, самые дорогие рестораны. Это просто вот центр, сердце Барселоны. Раннее утро, время 8:30 сейчас. На улице не так много народа, и уже не видно тех, кто до 5 утра горлопанил песни под окнами. Судя по многоголосию, народу было очень много из этих певцов. Но, несмотря на это, я все равно выспался и проснулся с огромным удовольствием, с огромным желанием изучить этот красивый город. Вчера, когда я ехал с аэропортом на такси, я уже успел поразиться его красоте. Сейчас позавтракаю и отправлюсь в свое путешествие. Завтрак скромный, как я и предполагал. Это не Австрия, это не Германия. Свежий хлеб, очень свежий, очень вкусный свежий сыр, как всегда. Горячий капучино, масло и ветчина.